Сотрудники СБУ изъяли записи с некоторых видеокамер в деле об убийстве журналиста Шеремета. В ответе на запрос «Украинской правды» в службе безопасности пояснили, сделали это по поручению следователя нацполиции, а без его разрешения разглашать материалы досудебного расследования запрещено законом. Напомню, 20 июля прошлого года в центре Киева подорвали машину, за рулем которой находился Павел Шеремет.